хоккейной лиги. Первая шайба на третьей минуте. Марсель Шолохов после великолепной двухходовки вместе с Ильей Зиновьевым эту шайбу организует. Противоход здесь Шолохов бросил. И 1-0 на третьей минуте счет становится. На следующую шайбу очень долго пришлось зрителям ждать. Она случилась лишь в третьем периоде. В большинстве формате 5-3 здесь Андрей Ерофеев по-мастерски на пятаке разобрался. Илья Зиновьев и Петр Ясинский в ассистентах. 45-я минута, 2-0. Ну и третья шайба после контратаки челябинцев. Шолохов на Ерофеева. Длинная передача вот-вот от Марселя на Андрея Ерофеева. Ерофеев добавил ногами, а еще сильнее добавил Илья Зиновьев. Ускорившись на дальнюю штангу. И делает счет 3-0 Илья Зиновьев. Зарабатывая в этом матче третье очко, 1 плюс 2. Также 2 балла у Андрея Ерофеева за заброшенную шайбу, за длинную передачу. Ну и поздравляем Челмец с победой. Сергея Мыльникова, Сухарем для вас работал. Решил трансляцию Сергей Новожилов. Меня зовут Денис Машаров. Всех с победой. До свидания. Всех с победой. До свидания.